Так, я забыл вот про что. Иди сюда. Такая же у меня точно секторы. Плюс зажрать стимулятор. Вообще надо было зажрать какой-нибудь еще. Химию. У тебя пистолет-пулемет, да, был у кого-то из вас? У тебя. О, у тебя железная. А, нет, у тебя не железная, потому что у тебя железная броня. Блин. Путаю постоянно кнопку. Даже на одно, а я еще сниму броню зачем-то. Давайте починим наше оружие. Теперь-то оно чинится нормально. Угу. Они защищены от этого калибра патронов, это жесть. Не хиляются там, что ли? Не с боевыми дробовиками все. Меня откуда-то оттуда обходят. Кажется. Или мне показалось, или меня реально обходят. Как ушли все быстрые патроны, которые я купил? О, еще кучка пепла. О, еще какая хорошая у тебя. Какие хорошие у тебя патроны. Только почему у тебя винтовки нету, я не знаю. Боевой дробовик я заберу. А. Штурмовую винтовку тоже заберу. Хуже нам от всего этого точно не станет. Вот там у нас прям где-то враг. О, еще одна штурмовая винтовка. Теперь у нас почти две нулевых штурмовых винтовки. Это уже хорошо. О, level up. Так, извините, друзья, за мешки. Просто тут мешки у меня. Ладно. Давайте качнем скрытность. И оружие на тридцаточку. Что еще? И у нас энергооружие вообще было не качено, по идее. Но давайте взлом еще на однушку качнем. Вот это можно качнуть, конечно. Нам плюс даст большой. Так. Ну тут пока ничего хорошего нет. Берем варюгу. И скрытность, и взлом. Вообще. Нехрен. Бы еще одну охотничью винтовку, я был бы так рад этому делу.
Почти нулевый уже. Хорошо, боевой дробовик еще. Да. Не, боевой дробовик нужно чинить, потому что это очень крутая пушка. И костюм нужно выбросить. 64 рубля стоит он. Бесполезен. Говорил, эта пушка, это просто великолепно. Еще один боевой дробовик. Фермишель. Зажигалка братства стали. Так. Не все так плохо, как кажется. Или плохо, я не знаю, посмотрим. Взрыв. У нас один журнал, да быть такого не может. Окей. Потом еще два под патроны. Плюс вот еще патроны. Стоят. Противопехотные мины. Неплохая тема. Так. Туда мы пока попасть не можем. У нас нет ни книжки на науку, ни книжки на что-либо еще. Если я сейчас вам покажу такое место, в котором нас будут рвать как грелку. Вот тут. Там внизу это место. Но там, друзья, там просто жопа. Жопа. Это уже новое место, его не было в обычном игре, в смысле. Добавлено уже. Тут огромное количество тормозов, как видите. У меня тут где-то 3 FPS вообще. Плюс тут огромное количество бомб, мин и прочей херни. Выживания у меня нету, 30-ки. Давайте мину обезвредим вот эту сначала. Вот еще один капкан. Надо было реально качать выживание до 30-ки. Потому что сейчас я никак мимо него не пройду. Пипец тут логодром в этой локации. Что тут все время взрывается? Кого-то убило, что ли? Лагает уже, наверное, от записи, от того, что памяти остается мало, уже, видите, пошли. Все равно попал ногой, ну. Что за лаги вообще? Я понял, что меня покалечило, не надо мне рассказывать. Без оружия. Это все, конечно, хорошо. Инк плюс 10. Обезболивающий. Охренеть, чувак подошел, просто стрелял в меня, пока я тут с тормозами пытался нацелиться на кого-нибудь. Жесть просто. Ой. Логодром местный называется.
Вообще для начала вот это нужно сделать. Это палит нас. Их очень много здесь, я вам сразу говорю. Так, теперь выживание. Тридцатки мы не качнем. Собака! Ладно. Раз не качнем сейчас, то не качнем потом. Значит, качнем потом. Значит, вот. Скрытность качнем, насколько можно. Хорошо. Можно взять. Но я не знаю, стоит оно того или нет. Это нужная штука. Это уже имплантанты. Это коготь смерти вообще. Он вроде неуязвим даже, вот в чем смысл. Почти полный. Тоже почти нулевый. Хорошо, мы тебе отдадим пока. Что мы использовать не будем. Плазменный, может, будем. Офицерский меч не будем использовать. Пистолет обычный, не думаю. Вот эту тоже. Противопехотную мину тоже можешь забрать. Гареты, пепельница, пустой шприц. Так, хорошо, тут все. Патронов ничего не надо. Давайте на новое сохранимся и затестим его, как он бьет. Поехали тащить. О, давай. Нормально. Нормально он бьет. Нормально. Конечно, ручной коготь смерти. Чего вы хотели-то? О, у нас теперь нулевый дробовик. У нас силы 6 нет, кстати. Но поэтому на некоторое оружие качается у нас. Одиночек, идешь? Идет. Еще пистолет, пулемет. Еще, блин, зачем? Ну, можно вообще брать все, у него бесконечный инвентарь. Это вроде. Пистолет я починю. Нате нулевую винтовку. Нате лазерный пистолет. Ну, по идее, все. Ну, там ходят еще парниши. О, меня заметили. Разбирайся, друг. Вы видите, он прям в упор подошел. Смотри, что с ним сейчас будет. Давай. Я сам его быстрее убил. Боевые дробовики выгодно собирать, друзья. Даже если он полностью починенный,
Лучше его собирать, они стоят очень дорого. Ибо хуже в этом точно ничего не будет. Китайский пистолет. Все будем собирать, все оружие. Все оружие, всю броню. Все будем отдавать ему. Китайский автомат, китайский пистолет. Ладно, пусть будет. Плазмин тоже пусть будет. Пастая броня рейдеров, всякая там. Чуть точно до места. Военная книга. Ядеркола возьмем. Но у нас есть теперь довольно-таки. Е-мое, сколько их там. Что-то боюсь уже. Давайте попробуем. А, я ему поставил этот. Спокойное. Ладно, сейчас, секунду, друзья. Был агрессивный, а теперь он пошел тащить. Наверное. Ну или не особо. В любом случае, это дополнительная подмога, дополнительный объект, на котором можно согреться. Что ж ты, хватит уже тебе открывать этот инвентарь так долго, блин. Как? Как можно промазать? Такого расстояния. Друг для одиночки немножечко приуныл и полежать лишь захотел. Ну, конечно же, зафикшены. Вы не думаете, что с вами будет настоящий Кога Смерти бегать? Вы что? Это было бы очень жестко. Дробовик, ядерколо, пистолет, пулемет, 30 патронов. Теперь нулевый пистолет у нас, пулемет у нас. Почти два нулевых дробовика. Ну, вот это тоже 1400 стоит, то есть это выгодно собирать это дело. Не знаю, долго ли он будет в отключке лежать, но, видимо, немало будет он лежать в отключке. Ладно, гильзы брать не буду, но их нахрен. Нифига тут.
Бегают тут твари какие-то. Думают, им все можно. Это ловушка такая вот. С этой гранатой. Или что? Тут везде лежат гранаты. Нечаянно не задеть бы какую-нибудь леску, которая активирует все эти гранаты. Боевой дробовик. Ну, прям прет на людей. На оружие у них. Два боевых дробовика. Теперь у нас два боевых дробовика нулевых. Почти две нулевых автомата, два нулевых автомата уже. Блин, это гильда, ну нахер гильда. Сахарный баб, стиральный порошок. О, друг вернулся. О, вот это важно. Хорошо, что она хоть попалась один раз. Ну вот, она уже получше стала. Может быть, такими темпами мы и наберем когда-нибудь на что-нибудь хорошее. Зажигалка ядерная, что-то там, бла-бла-бла. Гильзы. Нога. Полностью новое. Так, друг. Я тебе сейчас должен немножечко отложить. Да, я похожу с покоцанной, отложу тебе новую. Эту тебе отложу. Бритву тебе на. Бой дробовик. У тебя есть ограничения по весу? С каких пор у врагов, у этих появилось ограничение по весу? Прикольно. Тот, которого ногу я обыскал. Хорошие патроны. Мало патронов. Мало. Мало, Федя, мало. Пистолет-пулемет. Так, ладно. Тогда мы у тебя заберем. Оружие, 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 оружие. Оружие. Револьвер у тебя заберем, ибо он ни хрена не стоит. Бритву заберем. Пистолет заберем. И по идее все. Все это сейчас нахер выкинем. Красная бритва, револьвер. Китайский пистолет. Это все такое бредовое говно, которое... Что-то я испугался, что сейчас бомбы взорвутся. Я тут останусь. Жить. Так, ладно, давайте еще раз пройдем чуть-чуть. Вон там еще сундуки. На этом, который я не заметил. Во, патрон для винчестера. Это самое важное. Что здесь может упасть. Тут у меня дополнительных видов патронов нет. Давайте еще картотеки проверим на всякий. Пожарный. Пустая картотека. Пустая. Опа. А у тебя охотничья винтовка, братан. А это гуд уже, гуд. Во, вот это уже получше будет. А у нас уже получше. Теперь главное дробовик этот продать потом кому-нибудь и все. Вроде когда я, как сказать, рейдер, когда я, короче, брал мод, торговцы стали почему-то дороже принимать, не понимаю. Ну ладно, ладно, сейчас секунду, друзья. Продолжаем. Давайте посмотрим. Всех мы тут обыскали. Все оружие мы схватили. Ну, нигеры валяются. Фу, блин.
меня так не пугай. Мой верный друг, коготь смерти. Пожарный топор. Возьмем. Слышная крышка, дротик. А все-таки, раз я уже так кажу, то можно включить фонарик, потому что тут уже никого не осталось. Я только что сейчас посмотрел, респаун стоит у врагов в 12 часов, время идет. Опа. Никого нет. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Хочу посмотреть, сколько ты нанесешь. Нормально, нормально ты наносишь. Что-то там взорвется сейчас. Ой, подруга, до свидания. Не хрен лезть, куда не приглашают, как говорится. Патрошки можно брать. Но не больше. Логодром на этих уровнях просто лютый. Капкан. Я пока его не могу обезвредить. Давайте уже уходить с этого места. Так, я уже запутался, где тут вход и где тут выход. Не тут. Тут. Определенно тут. Тут у нас еще капкан, да? А тут раскидано все. Может, в супермаркете уже, кстати, кто-нибудь зареспался. Он, кстати, появился сзади, да, как и все появляются. То есть враги появляются здесь вот тут. Вот тут. Ни хрена его унесло. Или у меня память кончается на компе, или что-то более худшее. Уже еще наверху кучу врагов убивали. Также тут советую смотреть на прилавке, может попасться теперь что-нибудь хорошее, наверное. Есть где кто? Я знаю только то, что если бы мы открыли эту штуку, надо вырезать все вот эти хождения, нисхождения и прочее, потому что тут я начинал, да? Ну не начинал, в смысле, сюда прыгнул. Я так науку и скрытности не подкачал. У меня среднего уровня нет. У меня нет же 50 этого. Да какой там 50-32, и то еле-еле. Голос. Ну, здорово. Ой, мужик, ой, зря ты это. Его уже без сознания оставили.
Чуваки с винчестерами просто великолепны. Пусть их будет больше. Что винчестеры мне нужны. Нулевый? Да. Сила 6. У меня сила 5. То есть я ни одно оружие использовать не могу, так получается, да? Сила 5. Где мигает, наверное, там не могу использовать. Специал, да. Надо будет силу качать. В следующем уровне надо будет взять специал. То есть тренировку эту взять. О, крышечки. Винт. Видикс. Стопка. Стопка мне не нужна, наверное, но все же. Так. Ну, по идее, мы все сделали. Ну, открыть бы там еще этот. Но тут нужно повысить уровень, чтобы открыть. Поэтому. Простою. 25 нужно. Сколько у нас? Наука 16. Но мы сможем качнуть на следующем уровне. Да, давайте выходим пока. Потом вернемся еще сюда. Там, наверное, рейдеры, которые на улице были, вернулись. Я думаю. Мы сейчас сможем много чего продать, причем с хорошие деньги. Ты со мной? Со мной. О, у тебя калаш. А нет, у тебя китайский автомат. Так, мужик. Просто чтобы его починить. Нормально. Так, секундочку.